Я вас приветствую на канале Степан Холера, мы продолжаем играть в Foundation. В прошлой части начали строительство замка и даже его какую-то часть декорировали. Я продолжаю его достраивать и решил, что нужно вот какой-то внутренний дворик сделать. Я не знаю, посмотрим, как это получится, нужно ли нам это или нет, такое солидное заведение на берегу океана. И продолжаем строить наше поселение. Вот так как вот эта часть тоже начала активно строиться, я предлагаю в этой же части начать строительство лесопилки, скажем. Ну, что здесь нужно? Возможно, еще один рынок, почему бы и нет. Да, он относительно далеко от жилой части нашего села, поэтому пускай все будет вместе. Насчет склада, даже не знаю, склад вроде бы здесь почти ничего не хранится, поэтому, может быть, пускай так и останется. И смотрите, проложили дорожки наши местные жители. Здорово это все выглядит, живенько так как-то, как по мне. Так, хорошо, пока мы там строим что-то, да. Здесь будет еще одна вот такая же база. И будет пристройка. Плюс будет еще одна сокровищница. И дымоход. Дымоход тоже у нас, по идее, должен быть построен. Так, чуть-чуть побыстрее пускай строит. А мы пока посмотрим Lumber Camp. Так, мы можем отстроить его. Это у нас бревна будут, да? И есть еще well. Well, который один, да? У нас будет стоить один золотой. А колодец, собственно, который дает воду нашему поселению. Давайте мы его отгрохаем. Так, а если мы посмотрим на лесопилку, здесь хранится 56 бревен. Предлагаю сделать еще одну пилораму. Вот, может быть, она будет немножко дальше стоять от лесопилки. Принесут, я думаю, что принесут, ничего страшного. Дело в том, что она нужна нам здесь, потому что жители же рядом живут. Вот как-то так, пускай будет. Также я вижу, что у нас появилась руда. В доступ до руды. Но, к сожалению, пока что мы не можем сделать сам рудник. Да и кузни тоже нету. Много чего у нас нету, но я уверен, что будет постепенно. Вот, возможно, что-то еще. Это вход. Ага, вход в наше королевство. Вот, смотрите, так как к нам многие приходят, то можем попробовать его поставить ради интереса. Потом-то, наверное, будем расширяться, но пускай. Вот, вход в город. Выход из города. Но насчет выхода, я думаю, что побережье мы будем все-таки увеличивать. Площадь, да, тут. Ну, разве что вот так. Пока можем этого не делать. Так, что еще? У нас могут продаваться clothes market. Будут продаваться рубашки. Хорошо. А есть ли у нас такое? По-моему, нету. Слушайте, у нас нету рынка. Рынка, на котором будут продаваться рубашки. А рубашек у нас уже куча целая. Так, это у нас Waving Hut, да. Как это мы? Да. Здорово, слушайте, это просто здорово. Я уже его хочу поставить. Вот где рынок ягодный, где рынок
где еда продается, здесь же будут продаваться и рубашки, и мы получим еще какой-то 148 рубашек. Мы получим еще какую-то прибыль. Сейчас минус 92. Что мы еще можем сделать интересного? Но у нас уже есть для того, чтобы для продажи и для сохранения ресурсов это здание есть. Sawmill только что сделали. Stone Cutter у нас имеется, и камней невероятная куча. Berry Market можем сделать. Gathering Hut уже сделали. Давайте, наверное, еще один Berry Market сделаем, который будет вот в этой части села. Возможно, да, как-то так. Если он вообще здесь нужен, наверное, чуть-чуть мы немножко так повременим. Потому что каждое строение у нас будет забирать деньги. А нужна ли... Нужен ли второй нам рынок или нет, непонятно. Сейчас ожидаем строительства. Рынка. Текстильного, наверное, так скажем, рынка. Ну и пока что ждем, да? Так. Построили. По-моему, нормально он тут стоит. Здорово. Тоже единичка стоит. Сейчас мы зарабатываем 10. 20. Это недельный доход. Да, а нам нужно 500 достигнуть. Вот еще двое идут. Хорошо. И сразу видим, что застолбили себе местечко. Вот камни есть, вот камни есть. Есть, короче говоря, есть куда пойти и где добыть ресурсы. И это здорово. Ага, это, по-моему, это уже, да, это уже у нас потом будет расширение, и потом мы сможем там что-то добавить. Еще одну шахту, или как это можно назвать? Шахту, наверное, да? Так, хорошо. О, глядите. По крайней мере, уже камин построен. Или хотя бы дымоход от камина. Уже можно будет холодными вечерами приходить, пить глинтвейн и зажигать костер в камине, огонь и радоваться. Текстиль есть. Вот тоже дополнительный доход. Наконец-таки начнем их продавать. Сразу видим, да? Пошло дело. И довольно-таки дорого. Смотрите, доход сразу пошел. Уже поизносились наши местные жители. Поизносились их одежды. Да просто... Какой-то этот... Просто очереди настоящие. Смотрите, что творится. Какие радостные жители. Ну, вот это я понимаю. Смотрите, мы достигли. 538. И улучшается их дома. Смотрите, upgraded their house. Улучшили свой дом, да? Каким образом? Вот это что ли, да? Да, улучшают. Какие-то столы появились, смотрите. У кого-то появился стол, у кого-то появился джакузи. А всего-то стоило рубашки им продать. И они поняли, что город у нас, или село, это надолго.
и есть у него перспективы. Круто. Так, есть. Мы сделали это. 5 новых строений у нас открыто. Смотрим. И нам нужно церковь построить. Давайте. Посмотрим, какие же строения открылись и что мы можем сделать. Мы можем сделать, наконец-таки, можем сделать ферму. Можем сделать мельницу. Пекарню. По продаже хлеба лоток. Также можем указатели сделать, да? Но я не вижу церкви. Build a church. А church я что-то не наблюдаю. Может быть, где-то здесь? Сомнительно. Может быть, в Lord Manor. Тоже нет. Ладно, мы давайте пока что отстроим то, что мы можем. И начнем, конечно же, наверное, с фермы пшеницы. Еще два. Вот она, церковь, смотрите. Нам нужно 8 commoner. 8 простолюдинов. Как-то так. Вот оно переводится. И дальше можем даже сделать... Да, все. Provide fest. Класс. Но я думаю, что мы немножко попозже ее сделаем. Сейчас все-таки хотелось бы сделать ферму. Ферму и смотрим, где мы ее можем поставить. Дело в том, что вот мы, в принципе, можем ее поставить, да? Но она, скорее всего, будет нам очень сильно мешать. Вот можем. Частично, да? Давайте смотреть. Так, да, не хватает нам места. Так, а если мы как-то вот так разместим? Непонятно, тут поля будут или нет. Сюда точно мы не поставим, и там не будут работать. Ну, это будет натыкано, что-то такое непонятное. О, думаю, ферму ставить здесь вообще нет никакого смысла. Точно так же, как и на горе. Может быть, купить местечко? Давайте вначале посмотрим и, возможно, приобретем. Так, территории, да? 500. Да, мы можем купить и здесь сделать сельскохозяйственный такой райончик, да? Или вот на берегу вообще, смотрите. Тоже здорово. Вот, но мне нравится вот этот кусок, потому что здесь много леса. Здесь также есть для добывания. И ферма здесь тоже может стать и станет. Давайте мы его берем. Так, хорошо. И здесь же будет ферма. Вот она. Вот она прекрасно здесь станет. Так, и я предлагаю сразу же у фермы сделать несколько, возможно, домов. Вот здесь вот внизу проложить. Такой вот кусок для села. И вот так как-то. Так, хорошо. И по сбору ресурсов точно так же мы можем сделать. Также не забываем, что мы тут понастроили, да? Мы понастроили вот что. Доски, которые тоже нужно, чтобы кто-то обрабатывал. Все. Сработало.
ферма начала строиться. Здорово. Ну и скорее всего где-то здесь будет также отстроен и для продажи хлеба лоток. Мельница, наверное, вот рядом будет с фермой. Да, давайте сразу ее заложим. Windmill. 200 стоит. Хорошо. Во, какая красота, глядите. Я ее, наверное, хочу где-то на возвышении. Это же... Ну, это классика. Это просто классика какая-то. Ну, это слишком высоко. Вот как-то вот так. Может быть и станет, да? А не знаю, по-моему, будет не очень хорошо, потому что будет наш оттенять наш замок. Может где-то сюда. Ну, можно попробовать как вариант, да? Правда, скорее всего, не будет работать, потому что там нужно, чтобы люди ходили, а они не будут там ходить. Вот, конечно, хочется, чтобы как-то было, ну, как-то красиво. Вот, но красиво не всегда получается так, как надо. Ну, на возвышении, но вот... Тут она не станет. Ладно, где поставим, там и будет, да? Давайте, наверное, рядом, да? Вот где-то. Вот так, может быть. Запланируем. И дальше нам нужно будет печь хлеб. Соответственно, вот рядом с фермой. Смотрите, да, вот так как-то. Пекарня. Что еще мы можем сделать? Bread market. Так как рынок у нас вот он, то будем продолжать. Может быть, единственное что? Чуть-чуть. Вот так как-то, да? Вот так вполне нормально, мне кажется, и никому не помешает. Ну все, для хлеба у нас все вроде бы как готово, теперь осталось только дождаться, когда же появится сам по себе хлеб. И у нас, по идее, всего должно хватить. Комплит. Все, сделали. Смотрите. Так, хорошо, давайте назначим людей. Пускай работают. Сразу же побежали из близлежащих, смотрите. Правильное решение было... построить рядом с фермой и жилые здания. Абсолютно правильное. Нету, не хватает, чтобы здесь было поле, да? Farm zone for farmer. А что ж вы не указали? А где оно тут должно быть? Может быть, оно там дальше, но даже не знаю. Вот они бегают, да, туда-сюда мечутся. А поработать не могут, да? Может быть, из-за леса? Может быть, из-за вот этих строений? Ну, давайте уберем. Появится ли? Давайте также попробуем вырубить. Возможно, вот нам мешает это... Кусок леса этот мешает. А, нет, все проще, да? Все проще и легче. Вот где мы можем поставить там, где у нас будет выращиваться хлеб. Хорошо. Но в любом случае правильно. Потому что вот это место, где будет большой урожай, где самое такое
наверное, плодородное, да? Вокруг фермы сделаем. Все, начали сеять, смотреть. Все здорово. Круто. Так, и extraction. Все же, наверное, кусок леса мы уберем вот этот со временем. Слушайте, все наше село все лучше и лучше становится. Особенно мне нравится ферма наша. Если мы уберем даже чуть побольше, да, вот так, то вот для фермы, наверное, будет больше места. Надеюсь, что земля здесь плодородная, потому что на дорожках все-таки они не сеют. Но это к лучшему. То, что мы убрали отсюда мельницу, потому что мельница, я-то ее поставил, но она реально мне тут не нравилась. Вот реально как-то она там, реально нереально она там стояла, поэтому я хочу ее где-то все-таки в другом месте поставить, возможно, вот в этом месте. Давайте еще раз ее попытаемся отстроить. Я надеюсь снова-таки, что ее удастся поставить. И мельница, дальше бейкери. Может быть, даже бейкери где-то поближе к селу. Посмотрим. Так, ну и церковь. Церковь тоже хотелось бы, но церковь, как вы видите, что она тоже большое такое здание. Церковь, может быть, даже выше, нет? Чем мой замок. Нет, церковь должна быть более-менее в доступном таком месте. Наверное, вот она где-то тут станет. Пока что будет небольшая. Big Tower какой-то, да, есть. Так, что еще? Small Tower. Небольшая пристроечка, маленькая пристроечка. И дверь, конечно. Дверь в церковь тоже нужна, иначе как туда верующие попадут? Верующие и не очень. Так, ну вроде бы да, как-то там отрисовали. Может, сюда она не становится? Нет, становится, хорошо. Вот, правильно. А, кросс. Еще же, да, еще же нужно на церковь же крест нужен. Иначе что же это за церковь такая? Без креста. Поганская какая-то, да? Так, ну хорошо. Мы начнем строительство церкви в следующей части. Продолжим, посмотрим, как у нас хлеба растут. Возможно, будем делать муку и уже печь хлеб. Вот также видим, что замок достроился и уже выглядит более-менее так, вот что-то похожее на замок, смотрите. Я на этом буду с вами прощаться, всем спасибо за внимание, всем удачи и до следующих встреч. Не забывайте, ставьте лайки.